Здравствуйте, вы смотрите новостной выпуск «День за днем» в студии Олег Соловьев. Сегодняшние главные темы. День памяти воинов и интернационалистов. Я хочу им пожелать всем крепкого здоровья, чтобы они берегли себя, своих близких и помнили о своих боевых товарищах. Первая выставка самых юных художников. Мы представляем на обозрение эти работы. Показываем уровень, чему учились детки. 32 года назад последний советский солдат покинул территорию Афганистана. Событие прошло 15 февраля и стало днем памяти воинов-интернационалистов. Тех, кто исполнял интернациональный долг за пределами России. Сегодня эта дата отмечается ежегодно. К этому была приурочена панихида по усопшим воинам-афганцам, которая прошла в Богородице-Скорбященском кафедральном соборе Десногорска. Благодарю Господь, упокой души всех прежде усопших, вождей и воинов, души свои положившие на поле брани, в Афганистане стоит им вечную память, и нас помилует, как благ и человеколюбец. Традиционным местом поминовения стал курган славы. Красные гвоздики к памятнику ветеранам боевых действий, участникам локальных войн возложили представители администрации, общественности, ветераны и неравнодушные горожане. В этот день мы вспоминаем о тех воинах, которые сложили голову на поле брани. Вспоминаем ветеранов. И я хочу им пожелать всем крепкого здоровья, чтобы они берегли себя, своих близких и помнили о своих боевых товарищах. Памятник ветеранам боевых действий, участникам локальных войн, был открыт летом 2019 года. Он олицетворяет мужество, доблесть и отвагу, которые присущи российским военным. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 76 сообщений о происшествиях и преступлениях. Из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 92 административных правонарушения, в том числе 69 нарушений правил дорожного движения за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. К административной ответственности привлечены 15 человек. От чистого листа до осознанных художественных композиций. Такой путь юные десногорские художники успели пройти всего за полгода. Доказательством этому стала выставка «Мой первый просмотр». В экспозиции представлены лучшие работы первоклассников детской художественной школы. Как правило, эти работы готовятся в течение первых 2-3 месяцев. И к середине года мы представляем на обозрение эти работы. Показываем уровень, чему научились детки. Авторам этих работ от 10 до 12 лет, но их уровень рисования уже доступен не каждому взрослому. На выставке представлено около 50 работ в разных жанрах и исполнении. Посмотреть экспозицию можно в фойе детской художественной школы до конца февраля. В конце выпуска о погоде. 16 февраля в Десногорске переменная облачность без осадков. Днем минус 14, ночью будет до минус 22. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго!